сегодня здесь, в аэропорте Шереметьево, молодая авиация проводит старт акции «Дни молодой авиации», которая пошагает по всем нашим регионам нашей великой страны. И суть этой акции в том, чтобы привлечь внимание молодых ребят, девчонок к возможности работы в авиации, возможности приобрести для себя профессию авиационную. И вот сегодня ребята получили экскурсию в Шереметьево, увидели множество служб, увидели службу организации перевозок, багажное отделение, как работает, кинологическую службу, увидели весь жизнь аэропорта и авиации изнутри. То, чего не увидят они, когда будут пассажирами, и, наверное, для них больше не предоставится такой возможности. Мы сегодня с удовольствием им это подарили. И следующая часть нашего мероприятия – это посещение тренажерного центра, где ребята смогут на тренажерах покататься, на тренажерах современных авиалайнеров, посидеть за штурвалом и испытать это состояние, что такое быть пилотом, посадить самолет в любом заданном на компьютере аэропорте всего мира. И, в общем, вдохновиться авиацией, прочувствовать это. Мы очень надеемся, что мы зажжем в них этот огонек. И вот наши ребята, кураторы проекта, энтузиасты, которые этим занимаются, они работают в авиации и не случайно это выбрали. И пытаются сегодня передать этот огонь ребятам. Вот посмотрим, что у нас получится.